Мінус 40 мільярдів євро на рік. Росія втратила ще одне джерело доходу. Захід запровадив ембарго на імпорт нафтопродуктів з країни-агресорки. Йдеться, зокрема, про бензин, мазут, солярку та газ. Тож тепер частка Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться із 20 до 13%. Нагадаю, що рішення про припинення імпорту нафтопродуктів з Росії Євросоюз ухвалив ще в червні минулого року. Припускають, що тепер місце Росії на ринку посядуть країни Близького Сходу. З нами на зв'язку Міхаель Сульман, економіст, фінансовий аналітик. Пане Міхаель, вітаємо вас. Доброї ночі вам. Доброго ночі. Очень рад бути з вами. Навзаєм. Навзаєм. Пане Міхаель, набули чинності санкції, чергові антиросійські. Наскільки будуть болючими, наскільки міжнародні зусилля далі загонять Росію у фінансове дно? Надо сказать, что есть те, которые говорят, что санкции не работают. Это неправда. Они работают. Они, к сожалению, работают медленнее, чем ожидалось. Вначале думали, что в результате санкций российская экономика упадет на 8-10, некоторые даже говорили о 15%. Это не состоялось из-за разных причин. Главным образом из-за того, что цены на нефтепродукты в прошлом году возросли. Но если так почитать, сравнить результат, то есть итог прошлого года, минус 2,5 только, с динамикой, то можно определить, что санкции снизили ВНП России на примерно 7-8%. Так что санкции работают. Конечно, проблема в том, что Евросоюз принимает санкции слишком медленно и слишком, как сказать, постепенно. Сейчас работают над 10-м пакетом санкций. Но многие из этих санкций, конечно, имеют какой-то символический характер, что некоторые военные преступники российские не могут отдыхать на Лазурном береге и так далее. Но главное, конечно, это меры в области нефти и нефтепродуктов. Нефть уже ввели в санкции в декабре. И ввели, то есть мы не покупаем напрямую нефть в Евросоюз из России. И к тому установили такой потолок цены, который над этим потолком или ограничением не могут Россия не может продавать нефть с помощью транспортных средств, которые находятся под контролем Запада. И это уже сработало. Вот в декабре можно определить, что по официальным российским данным средняя цена за нефть, она упала от 80 до 50 долларов за баррель. Так что уже это работает. Да, естественно, Россия перенаправила свой экспорт в Индию, в Китай. В Китай, может быть, в первую очередь, ну и в Индию. Но с большим дисконтом. Так что это бьет по экономике. Это уже видно, что баланс бюджета российского, он уже от четко положительного результата сейчас идет на минус. Так что и санкции действуют. Ну, посмотрим, насколько, что будет в этом 10-м пакете, который, говорят, будет решен или одобрен 24 февраля этого года в Брюсселе. Пане Михаэль, для нас санкции важливі чому? Чим менше доходу має Росія, тим менше коштів вона вкладає в ракети, в озброєння, і тим менше людей вона зможе вбити на нашій території. Для нас це дуже важливо. Я хотіла уточнити з приводу ось цих останніх санкцій, ембарго на імпорт нафтопродуктів. В часовому проміжку, коли почне втрачати економіка Росії?
після запровадження цього ембарго? За місяць, за два місяці, а можливо тільки за рік? Вы знаете, именно с продуктами очень сложно рассчитать, что будет конечный результат, потому что он, эти продукты должны, значит, перераспределяться в мире, и это будет бить довольно, ну, чувствительно по российской экономике, потому что нефть, она, касается, ее можно применять везде и всюду, а нефтепродукты в этих других странах, не западных, которые импортируют российскую нефть, у них тоже нефтеперерабатывающие заводы. И поэтому там свободных мощностей для переработки или употребления вообще нефтепродуктов меньше. Так что более такой, ну, не такой большой рынок для этих продуктов в общем мире, как для простой в закавычках нефти. Да, это сработает, конечно. Но Россия, надо сказать, что Россия все же сегодня это рыночная экономика, и они смогли как-то вот реагировать на санкции и потом построить пути. Ось з приводу реакції, пане Михайле, а поясніть, будь ласка, ось такий момент. В Кремлі підписали вже якийсь указ про певні контрзаходи. І ось Тетяна Митрова, я надіюсь, я правильно наголос поставив, з Американського центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначає, що цей указ дивний, тому що контрзаходи вводяться лише на 5 місяців. Що це за проміжок такий, 5 місяців контрзаходів? Я не совсем уловил, извините, пожалуйста, я так улавливаю ваш язык, но не полностью уловил. Там какое-то замедление действия. Так, я могу на русском языке тоже. В ответ на введение санкций эмбарго Кремль подписал указ про контрмеры. И вот американский исследователь отмечает, что достаточно удивительный указ, поскольку контрмеры вводятся только на 5 месяцев. Что это за 5 месяцев такие? Знаете, в этом... Поясните, пожалуйста. Очень непрозрачным, иногда кажущимся дурдомом в Кремле, очень трудно понять, в чем эффект. Например, Путин ввел запрет продавать нефть тем, которые покупают нефть ниже этого потолка. Но это те, которые об этом объявляют, но это не обязательно объявлять, очевидно. Мы говорим о третьих странах. Так что это такой грозный удар в воздух. Именно что об этом я не слышал даже. Но полно таких совершенно сумасшедших, ну просто пропагандистских шагов. Так что Россия, да, она важный поставщик вот сырья и продовольствия. Но так-то это же 1,5, может быть, даже не дотягивает до 2% ВНП всего мира. А Запад – это 50%. Пане Михайль, будемо з нетерпінням чекати на наступний пакет санкцій, який буде запроваджений по відношенню до Росії. Для нас це важливо. Вам дякуємо. Нагадаємо глядачам, це був Михайль. Большое вам спасибо и слава Украине. Героям слава. Дякуємо ще раз. Михайль Сульман, економіст, фінансовий аналітик. Щойно спілкувалися з ним про санкції, які запроваджують країни ЄС та Сполучені Штати Америки по відношенню до Росії.